сегодня был фризинг рейн, все замерзло, это все покрыто льдом, ступени, все, мы зашли через гараж, меня подвезли на машине прямо к входу, я открыла гараж, и мы зашли, потому что очень скользко, иду бегать, я не знаю, кто может бежать, у меня вообще эти скользкие такие, я шагу не могла ступить, мы еле спустились по ступенькам вниз, и вот я шла, я ломала лед, чтобы вступить, вот на ступеньках видно разломанный лед, все во льду. Основная дорога, конечно, просоленная, но я когда вышла, я даже до нее не могла дойти. Возле школы все просто как будто залили каток. Дети падают, взрослые падают, все как пингвины ходят. Это я еще такого не видела, это первый экспириенс за 4 года в Канаде. Freezing Rain, говорят, что 4 года назад такое же было. Это ужас, все дерево, я думаю, мое замерзло. Вот оно под тяжестью, воды и снега мокрого, замерзшего. Наверное, это ему уже оно перемерзло. Этот вот снег, который вы видите, это вам кажется, что это снег, это лед. Это сверху просто коркой все вот так вот. Вот это все замерзшее, корочкой сверху, это все замерзшее. Только дорога не замерзшая.